Обычно обед у коров под классическую музыку проходит в тишине и спокойствии. Но когда в помещении появляется много людей с фотоаппаратами и камерами, невольно начнешь отвлекаться. К посещению главы взрослые животные относятся спокойно, продолжая невозмутимо жевать сено. Большое количество людей заставляет нервничать молодых бычков. Он боится, наверное. Ну, просто народ здесь такой, что еще вспышки, свет. Так он боится. В агропромышленном комплексе «Флок» в общей сложности почти 400 голов крупного рогатого скота. Здесь специализируются на производстве молока и говядины «Блэк Ангус», больше известный потребитель в виде мраморных стейков, скажем, «Медиум Ро» или «Вэл Дан». Деликатес, который научились выращивать в Солнечногорье. Неудивительно, если в этой нише Подмосковье перегонит Брянскую область. Вот ему двигаться особо, бегать не надо, ему стоять надо, мясо мурать, кушать, спать. Все предприятие работает в замкнутом цикле – от производства кормов для животных до выпуска готовой мясной или молочной продукции. Кроме этого, здесь около 3000 курей и 700 голов овец. Сейчас мы делаем, чтобы мясные у нас получались с адильбаевской породы. Видите, они тут красивые получаются. Показав, в каких условиях содержатся животные, обзор предприятия продолжается в собственной пекарне, где только что испекли ароматную сдобу. Печенье, блинчики, мимо того, что готовится прямо при тебе, не попробовав, пройти невозможно. В соседнем помещении вручную лепят пельмени. Через несколько часов все это будет на прилавке магазина. Колбасы, молоко, йогурты, сметана, сыр. Да, это наше производство. Большеховский очень вкусный. Всего понемногу, вот и полная продуктовая корзина. Владимир Слепцов отмечает, будем делать все, чтобы о продуктах Солнечногорья узнали далеко за его пределами. Это хорошее фермерское хозяйство, которое на энтузиазме руководителя держится. Это передовой опыт, который нужно поддерживать. Сегодня мы переговорили о перспективах развития этого предприятия. Я думаю, что в дальнейшем мы выберем, определим стратегию и, безусловно, будем помогать таким предпринимателям. Наша основная задача – помогать и поддерживать. Оксана Зенкина, Юлия Унрау, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. В наше время. Смотрите нас в телефоне, мобильное приложение «Солнечногорское телевидение». Доступно в App Store и Google Play. Скачай и смотри.